Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Геймерков ТВ. Ну и сегодня покажу новый чит на такой режим Робокси, как King Legacy. Итак, как мы делаем, как запускаем, заходим в вкладочку Script Hub, находим King Legacy, нажимаем Execute, и его запускается вот менюшка. Наверху ее не тяните, а то вы не сможете потом ее подвинуть или убрать. Итак, здесь читательные функции, только почему-то не нажимаются, а вот нажимаются, только они очень медленно нажимаются, если что, ребята. Итак, в общем-то, давайте перейдем мы в вкладочку AutoFarm. Нам нужна эта вкладочка. Все, я переключил, нажимаем AutoFarm. И у нас началось автофармиться квест. То есть, вот, убить 6 солдатов, как видите, вы автоматически типаете к солдату и убиваете его, вот, видите. Все вот так это у нас работает. Все довольно-таки просто, ничего сложного здесь нету. Также, давайте я еще вам некоторые функции... Вот видите, у меня менюшка наверх пошла. Ну, в общем-то, вот так. Также тут есть ESP Player, ESP. То есть, где находится игрок, вам покажет это типа как ВХ. Включайте, и вы видите, где находится игрок. ESP это fruit, я не знаю, что это такое, может, вы знаете. Я в этом режиме не шарю особо. Ну, в общем-то... и это у нас невидимость, invisible FPS boost, для чтобы у вас был больше FPS. Но я не использую это. Так, инфгеп, я не знаю, что это такое. В общем-то, экспериментируйте с этим меню. Вот меню, потому что вы можете что угодно найти, если вы разбираетесь в этом режиме. Ну, я вам показал основные функции. А с вами был я, GamerCraftTV. Всем удачи и всем пока-пока.